Британская полиция и разведка идентифицировали основных подозреваемых в попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает британская The Telegraph, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, подозреваемые находятся в России. Их личности установили после анализа списка авиапассажиров, номеров машин и записей с камер видеонаблюдения в Солсбери. В спецслужбах убеждены, что Москва вряд ли выдаст подозреваемых Лондону, чтобы там их могли привлечь к ответственности.